Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, участники, члены второго отборочного тура республиканского конкурса корейской песни «Алина». Конкурс корейской песни проводится в Корее. За 70 лет проживания корейцев в Казахстане диаспора смогла сохранить свои данности. И сегодня в этом зале мы увидим выступление тех, кто прошел первый отборочный тур республиканского. Оценивать выступление конкурсантов будет компетентное жюри. Заслуженный артист Республики Казахстан, солист, заслуженный работник культуры Республики Казахстан, главный дирижер республиканского корейского театра Алшабеков Анатолий Алшабекович. Итак, мы приглашаем на сцену наших первых участников. Thank you.
I'm sorry.
почему ты не подписываешься? Все должны подписывать, да? Имена же нужны. Участие в этом конкурсе. Вы прошли первый тур, вы являетесь победителями республиканской финал. Вы должны знать, что это ваш не последний конкурс. И вы к следующим конкурсам будете готовиться на много лет и заканчивая внешним видом. Если вы одеваете колено, не значит, что не видно ваши губы. Пожалуйста, в следующий раз, когда вы будете готовиться, отнеситесь к этому серьезно. Сегодняшнего конкурса желаем вам успехов. До свидания. Дуэтная мотыль.